Ой, тут-то чего надо? Да, давай. Так. Поднимайся, давай. На, я губочку дам сейчас. А, не надо, у меня не влезает, потому что... Давай. Так. Тут я... надо, мне не надо. Умываться. Умываться, умываться. Сегодня. Сейчас давай. Волосы в порядок. Все, пойдем. Потом приготовим два бантика. На следующий раз будет два диабантика. Да. Два холстика, да? Ну, Ксюша. Слушай. Да. Ксюшенька. Ксюша, юбочка из Ксюши. Ксюша, ты меня не поднимаешь. Давай, поднимайся, поднимайся быстрее. Поднимайся. Полина, иди кушай, чай пить.
Да. Что? Да. Чай пью. Спасибо. Что? Да-да, гуляют они. Нет, нет. Мне Серега приехал так на ней. На улице они гуляют там. Да-да, там. Ну давай. Маринка, спрашивай, как Аленка. Приехала она. А, Серега приехал, на потом чай не горячий? What?
Да? Здравствуй, сына. Да, все хорошо, нормально. Детей забрали уже, все у нас они полностью уже, все, документы сделали, все уже да, постоянно у нас. Хорошо. Хорошо, привыкают потихоньку уже. Даже наоборот, говорят, что вы нас не отдадите назад в детский дом. Я говорю, нет, все, уже забрали вас с нами. Пока называют тетя Надя. Но уже проскакивает, иногда бывает, называют мама там. Вы-то когда приедете? Давай.
через надобие. Ну, пей, пей, пей. Вот. Ну, ничего, пей давай, пей. Ну. Чёрточка. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет, 3 года. Старик ловил неводом рыбу. Старуха прямо свою пляжу. Раз на море закинул невод, пришел невод с одной тиной. Он другой раз закинул невод, пришел невод с травою морскою. Третий раз закинул невод, пришел невод с одной рыбкой. И не с простой рыбкой, а золотой. Как взмолилась золотая рыбка, голосом молвит человеческим, отпусти ты старче меня в море. Дорогой вот, за себя мама, даю вот выкуп. Рыбка. Да, вот эта рыбка. А что у нее коронки нет? Что у нее коронки нет? Да, дальше посмотрим. Так, сначала послушай, что там дальше у нас было. Смотрите, да? Вот она ее на корону. Да, это ее на богатство. Ну вот ее на корону, наверное, вот здесь лежит коронка здесь, да? Читаем дальше. Отпусти ты старче меня в море. Дорогой за себя дам выкуп. Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года. Он не слыхивал, чтобы рыба говорила.
сидит, она еще охраняет его. До пенсии будет охранять его. Какой бы конец бы был бы нафиг. На маленький садись, доезжай. Поймаешь, как поймаешь. Им надо еще 12 часов в Чиженьке ехать. Женька не будет ждать. Деятельница. На пенсии будешь с ним как... Не знаю, с кем. Я пойду спать. Близкий свет 100 километров мотать. Тебе что ли мотать? Посидела бы с ним, узнала бы, что такое. А то что? Сидеть за запасным игроком. Она на себе что-то сидит. Покрутила, узнала бы, что это такое. Она на твоей голове. Она сама дешевая. Пьет, пускай пьет. На заход не мозолит. Да пьет, тогда подохнет. Может, тогда лучше. Да ладно. Что ты? Боль почувствовала. Никуда они не пойдут, они дома будут. У них дом свой есть. Не твой дом, дом свой есть. Они по хатам ходить. Это ты привыкла по хатам ходить. А дети дома будут с отцом. Ну что случилось? Ну ешь. Ешь.
должен отдавать нахуй за кого-то? Почему я должен отдавать за кого-то? Я тебе деньги дал. Ты мне объясни. Я вчера тебе 7 штук дал. 50 рублей. И вчера уже нету денег нахуй. Ты мне только 1600 дала. Ты сказала 1300 в магазин. И что, уже денег нету? Я тебе вопрос задал. Ты не суйся нахуй. Не суйся. Я твои дела не сую. Вот и все. Будете красить? Да. Да. Сели вот так вот там, вот там. Сели вот так все. Дружненько сели друг для друга. Какого члена? Нифига. Смотрим все. Ксюша, ничего не трогаем. Зеленую кучу. Зеленая краска, темная. Ой, какая зеленая она, да? Черная. Красный. Ой, какой цвет красивый. У меня черный и зеленый, а у вас красный. Синий и черный, синий и черный. Какой черный? У вас такой черный. Да. А у тебя, у вас красный, Ксюша, Ксюша. Какой цвет, кто знает? Синий. А это какой? Оранжевый. Желтый. Пока будет сохнуть, а эти мы наклеивать будем. А эти будем сейчас мы наклеивать. Подождите, я буду подавать потихонечку, сидим. Так, сидим, пока ничего не трогаем. Пока ничего не трогаем. Я знаю эти наклейки, я уже наклеила. У нас такая большая. Я уже наклеивала. Это, у меня такая, очки. Вот тут вот, а тут вот. Молодец. Вот тут. У нас там кругленькие маленькие носики были. Здесь некоторые нужно кухню. Подожди, подожди, подожди. А ты на улицу взяла? А это у меня из пакета. Тихо. Тут нам можно, Ксюша, вот этой, чтобы щелкаться? Господи, приходите, щелкаться. Как? Стукаться так, яичками. Ни разу не щелкалась, Ксюша? Не-а. А это нужно стукать. А это вот будет? Так берешь, вот так, и оно разбивается и есть. Нет, еще да? Очищаешь. Сейчас мы бы очистили бы все. А потом... Я лучше вот этого буду. Это кому-нибудь дам. Кто будет? А это будешь? Вот это? Да. Нет. Будешь ты? Надо прочитать. Я вот хотела розовую. Где розовая? Вот она порванная, вот эта. Милана, второе. Не подходи к яичкам. Все. Ну, второе. Вож, все так стать.
Привет. Здравствуйте. Христос воскрес. Воистину воскрес. Я говорю, здравствуйте, миряне. Все ли вы? Кто так усердно валился, что дорогой полился? Батюшка, это ведь мой. Рось, летик, не летится ты. Все. Сейчас пройдем. Дай раздеться. Обогреться. Потом за стол посидеть. Руки завтра мы помоем. Когда поедим, помыли. Мы дома мыли, сейчас поедим, потом помоем. Когда домой пойдем, тогда помоем. Так не надо. А почему? Как это надо? А иначе кого? Когда с улицы приходят, сразу руки моют. Это как вы. Потому что где? В няже копаетесь, как поросенки. Мы не поросенки. И тетя самые блины, короче, колопашки разные. Стряпайте. Воду носите. Так, да? Так. Я и ел. Я сниму. Ну что, бутылку его? Давайте. Так, кто со мной будет первый щелкать? Давай, ветер их появляется, да? Опа, у дедушки разбилось. Ну-ка, следующий, поворачивай с другой стороной. Ну-ка, давай. Опа! Вот, хоть а теперь спорим. Целая, да? Ну-ка, мне щелкни сюда, щелкни. Теперь с Полиной, Ну-ка, давай с Полиной щелкайся. О, вот так. Полина разбила, Полина. О, все. Ну-ка, теперь Полина меня щелкай. О, у меня крепкий. Кто со мной? Засохло, да? Тот герой. Опа. Побита, ребята. Так, у кого целое? У тебя что-нибудь целое, Ксюша? Все побитое. Папа, ты побился тоже, да? Ну, давай. Ну, давай. Опс. Дедушка вышел победить. Все. Нет, у меня еще одна часть осталась. Вот, бить. Которая? Задняя, передняя? Да, задняя. Давай, задняя. Все. Ого. Теперь давайте чистим, кушаем. Девочки, давайте. Ну, бей это. Потом. Я не буду. Ну, давай сюда его потом. Давай. Иисус воскрес. Ты старуха, говорит, горгачи, не горгачи, тебе ходу от порога до печи. Все, очень это. Вот так. Люба, не люба, смейтесь. Вкусно. Рыбку почистить надо. Рыбку почистить? А что тебе дать? Вкусно. Язык туда тянет. Колбаску? Да, за колбаску. Не хочет. Не хочет, я. Спешим поделиться радостной новостью. Для нашего маленького Никиты из подмосковного дома ребенка, которого мы показывали в нашей программе, нашлись родители. И он уехал к себе домой.